Начнем с подведения итогов, наверное, вот этих четырех товарищеских матчей. Как оцените, как команда сыграла? Эти матчи, то есть, показали, что ребята могут биться, играть. Они как бы очень хорошо двигались. Для нас это очень важно было, поскольку не было первого звена. Все игры выиграли, то есть это тоже добавляет позитивных эмоций и все это. И отработали, да, свои моменты, которые нам пригодятся сейчас уже в игре с Сибирью непосредственно. То есть все, что хотели, мы увидели на этих играх. Не так много времени остается до первых матчей плей-офф. А сейчас над чем будете работать? Мы работаем весь сезон по плану одинаково. То есть независимо, есть игры, нет игр, у нас постоянно есть и зал, и разминки перед тренировкой, заминка после тренировки. То есть все это как бы в комплексе, когда этого работали, все будем продолжать. Предтренировка прошла, что скажете о Саше Кадетине, который уже сыграл, Шакире Мухаммадуллине и парнях из Финляндии, которые сегодня уже эту тренировку провели в составе команды? Не, ну это, конечно, положительные эмоции. То есть сейчас вся команда собралась вместе, плюс финские ребята выиграли, тоже на положительных эмоциях приехали. Наши ребята, к сожалению, не сыграли, но они тоже были с командой, то есть были внутри, все это видели, и думаю, что это тоже поможет нам в плей-офф, потому что тоже будет та же самая борьба, как была на Олимпиаде, и все как бы это пойдет в копилочку. С возвращением в Уфу, как настроение, ощущения после того, как с Олимпиады вернулись? Да все хорошо, рад вернуться, в общем, начать тренироваться с командой, и уже успели сыграть игру, поэтому хорошо, так... Приятно было вернуться. Как раз таки об игре в Минске. Великолепное начало, первая же смена, гол. Насколько вот соскучились с того момента именно по настоящей игре, не по тренировкам, что вот наконец вышел на лёд? Не, ну конечно, там полтора месяца не играл. Конечно, и желания, и эмоции были. Вот. Так немножечко и перед плей-офф надо было выйти, сыграть хотя бы игру, чтобы почувствовать игровой тонус, игровой ритм. Первая смена, конечно, там немножечко там... Так не понимал, куда там бежать, куда чего. То есть немножко там потеряно было чувство там, дистанции, чувство там какие-то тактические мысли. Вот, да, ну, в общем-то, я для этого и приехал, да, чтобы там уже там ближе ко второму, к третьему периоду уже так нашел себя на площадке, так скажем. За играми как-то удавалось следить, как команда вступает, вот эти контрольные матчи? Ну, конечно, я смотрел, связи не терял, то есть и с ребятами общались. Контрольные матчи, они есть контрольные матчи, поэтому там что-то там выделять, там что-то подмечать, там, наверное, нет смысла. Что скажете о нашем будущем сопернике в плей-офф Сибири? Какую характеристику вы готовы дать команде? Очевидно, что команда будет играть от обороны, оборонительная команда. При этом она очень вязкая, очень любит силовую борьбу, да, то есть везде навязывают борьбу, везде навязывают стыки. Вот, поэтому надо будет, очень важно будет выигрывать там углы. Пятаки. Команда терпеливая. То есть тоже нам, наверное, нельзя будет где-то авантюрно играть, где-то тоже надо будет потерпеть.